Всем привет! Ой, спасибо за сердечки. Очень клево. Мне прям они всегда очень нравятся. Да, сейчас, ребят, еще раз. Если кому-то интересна та информация, которую я говорю, не поленитесь подписаться на все соцсети, которые идут в описании. Ну, потому что у нас вот такой вот такая ситуация, что не всегда не всегда понятно, как и что будет с определенными соцсетями. Привет, Макс. Я сегодня не стала никакую тему говорить, потому что я какую-то тему скажу. У меня вроде бы как бы вот эта вот тема по кайфу. А когда подходит эфир, я понимаю, что я потеряла суть того, что я бы хотела, вот прям хотела бы что-то рассказать. И поэтому мы решили, что у нас будет эфир, и сейчас посмотрим, как оно пойдет, как оно зайдет вам, как оно, насколько оно будет актуально. То, что у меня будет идти. И, конечно же, с вашими вопросами. Если вы будете задавать вопросы, мы с огромным удовольствием, я с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы, и, возможно, там будет тоже из этого складываться очередной эфир. А сегодня у нас был эфир в марафоне «Рождение аватара» про зубы. И мы как раз говорили про зубы. Я им показала там секретный моментик. Вот, про зубы, конечно же. И зубы, наше физическое тело, наше то, что мы сейчас проживаем, это ровно то, что есть в ощущении себя здесь и сейчас. И у меня сейчас была консультация, буквально вот перед вами, с женщиной, очень красивая женщина. Да, действительно очень красивая. Красивая женщина. И она консультировалась у меня по поводу определенного состояния своей дочери. Дочери 30 лет. И мы проговаривали, и вот этот вот час мы проговаривали практически одно и то же, с разных позиций я пыталась подвести к тому, что все, что бы ни случилось, это все происходящее в твоей жизни. Ребят, все, что бы ни случилось, тем более касаемо наших детей, если это какие-то проблемы не психологического характера, не проблемы там, кризисного возраста, там, 15-16 лет, да, а именно проблемы 30-летних наших детей, 40-летних наших детей, это всегда мы возвращаемся к себе и отвечаем по-честному. Мы очень редко отвечаем по-честному, почему это происходит. Редко отвечаем по-честному, потому что, ну что значит по-честному? Но по-честному это признаться, что я не хотела этого ребенка.
Я не была готова. У меня не было социального статуса. У меня не было социальной платформы. У меня не было финансовой платформы. Там папа моего ребенка, там еще что-то. Неважно, что это было. Но вы же себе не можете признаться в том, что все проблемы твоих детей, несостоявшиеся моменты, несостоявшиеся, не знаю, там какой-то социальный рост, с женой какие-то проблемы, с мужем какие-то проблемы, еще что-то. Это не его проблемы, это его донос тебя. Это то, что он несет вот так вот бережно. Бережно несет все твои проблемы в свою жизнь, которую ты не смог решить не потому, что ты, я не понимаю их, а потому что ты по-честному не можешь признаться. Ты по-честному не можешь признаться, что ты не хотел этого ребенка. Ты по-честному не можешь признаться, что я этого ребенка. Нет, я хотел, мы готовились, мы вот это, мы вот то. И когда мы рожали, когда мы решили рожать, то вот наши родители нам вот в этом помогали, нам вот в этом помогали, нам вот в этом помогали. У нас все было замечательно. А родители-то помогали. Почему? Потому что они в вас не видели личности. Они понимали, что вы-то не состоявшиеся, но вы-то кто? Вы где? Вы же не сможете вот этого вот чуда, вот этот комочек вынести вот в социальную жизнь. Вы же это тоже не можете себе сказать. А что еще вы не можете сказать? А может быть, вы не можете сказать, что как бы... Да нет, у меня родителей рядом не было, и этого не было рядом, и этого не было рядом. Но вот я, вот все было, вот только я, только с женой. Жену люблю, мужа люблю, родителей рядом нет, помогать некому. Мы все из говна там, из говна и палок там строили дом, добивались чего-то вот еще. А ребенок вот такой родился. Уродился, и вот у ребенка вот нет того-то и того-то и того-то. А может быть, у ребенка нет того-то, того-то и того-то не потому, что у него нет, не потому, что у него родители плохие, не потому, что у него еще что-то, а может быть, потому, что вы пока были заняты вот этим бытом, вот этим вот, вот этой платформой чего-либо, может быть, вы не осознавали того, что вы не уделяете время чему-либо, что вы не проживаете свою жизнь, что вы не позволяете себе радоваться, радоваться каким-то банальным вещам, что вы можете выйти и насрать на всех, и когда вот зеленеет травка, пройтись по газону, выйти из подъезда. Я даже не говорю, что это дом. Выйти из подъезда и прогуляться по травке. И какие-то вот эти вот банальные вещи. И когда мы не можем признаться сами себе, неважно в чем. Я вам привела всего несколько примеров, которые вы можете понять, что здесь вы или не здесь. Может быть, у вас какие-то другие были моменты. Но это всегда говорит о том, что мы очень часто перекладываем себя на своих детей. Мы очень часто не можем детям позволить быть самими собой просто лишь потому, что мы не умеем быть собой, потому что мы всю свою жизнь несем паттерное поведение своих родителей. Потому что мы несем вот то, что вот они вот говорят, вот это вот им приятно. И мы начинаем делать то, что им было приятно. Или вразрез, наоборот, тому, что им было приятно, чтобы показать свою индивидуальность. Но либо мы соглашаемся с этим, либо мы идем вразрез, но не в том случае мы себя не находим.
А что такое найти себя? А найти себя – это, наверное, никогда увидеть, как к тебе относится твой брат или сестра. Твой брат или сестра всегда относятся к тебе через призму восприятия твоих родителей. Всегда. Они относятся к тебе ровно так, чтобы создать впечатление самого себя, опираясь на тебя для своих родителей. А когда у тебя убираются эти рамки, эти критерии, эти восприятия чего-либо, неважно чего, ведь ничего не существует. Ничего не существует, кроме тебя и твоего физического тела. И когда ты понимаешь, что просто вот все, что есть вокруг тебя, это просто ансамбль того восприятия, что ты можешь воспринять через понятие самого себя в данный момент. А по факту ты начинаешь чувствовать только глубинное чувство к своему первичному аватару. К своему первичному аватару – это к матери. Первичный твой аватар – это аватар матери. И ты начинаешь абсолютно четко чувствовать, что вот она это сделала, потому что ты это начинаешь чувствовать глубинно. И не важно, что она чувствовала, что она сделала. Она тебя отдала в детдом, она тебя там куда-то еще, она там тебя била, она тебя недолюбливала, она любила другого больше, чем тебя, она еще что-то. И вот это вот все начинает распадаться. Ты начинаешь понимать, что бы она ни сделала, ты начинаешь чувствовать истинное чувствование того, почему она это сделала. И это истинное чувствование того, почему она это сделала, это приводит к тому, что ты начинаешь чувствовать истинное чувство того, что ты чувствуешь в данный момент, без каких-либо критериев. И тебе уже не нужно любить, либо не любить кого-то, кто тебя окружает. Тебе не нужно оправдывать, либо не оправдывать того, кто тебя окружает. Тебе нужно просто принять ту жизнь, которая есть вокруг тебя, просто потому, что она есть. И это не хорошо и не плохо. Это просто есть то, в чем ты сейчас существуешь. И это существование с тобой происходит только лишь потому, что это твое существование дал твой первичный аватар, твоя мать. И когда у тебя наступает это понимание первичного аватара, ты тогда можешь ощущать себя как единственный аватар самого себя, без плохо и хорошо. Без того, что надо, и того, что могу. И у тебя идет тогда состояние глубже. Я это делаю, потому что я хочу вот так-то и вот так-то. Не из позиции желания, а из позиции реализовывания и раскрывания дальнейшего себя. И когда ты раскрываешься через восприятие
дальнейшего себя ты идешь в понимание. Если я есть для себя вот это, то что тогда я могу дать для того, что у меня есть вокруг? И со стороны может показаться, что ты начинаешь жить для других. А по факту ты начинаешь жить для себя, потому что ты и есть отражение других. Отражение того, что есть всего, что тебя видит, что ты видишь. И наши дети – это всегда только продолжение нас. И мы себя продолжаем всегда через других людей, через детей. Всегда через то, что мы хотели бы для себя. То есть мы же их отдаем на какие-то секции, на развивалки, еще куда-то. Не потому, что мы понимаем, что им это надо, а потому что мы понимаем, если бы нас отдали, вот меня бы вот в свое время, то я бы, ух, мы всегда себя проецируем на них, но они-то не мы. И мы это очень часто забываем. Это то же самое, что когда мы отдаем ребенка в школу. Мы хотим, чтобы он хорошо учился, не потому, что он должен хорошо учиться. Мы в голове понимаем, что учеба, кому пригодилась учеба в школе? Многие ответили, да? Но мы же не позволяем им плохо учиться не потому, что мы понимаем, для чего эта школа, а потому что мы не понимаем, а что они будут делать, если они будут учиться вот так. Я-то уже понимаю за себя, что если бы я не учился в школе, не училась, если бы я не пошла в институт, я бы за это время сделала вот это. Я за себя понимаю. Но за своего ребенка мне становится страшно. А если он это не сделает, и у него еще вдобавок не будет образования, то что он будет делать? Непонятно. А почему у нас есть такие мысли? Только лишь потому, что мы обесцениваем, в том числе, своих детей. Вот я-то смогла, вот я-то смогу, вот я-то это, а он-то не, вот ему нужно помочь, ему нужно на права помочь дать, ему нужно купить что-то это, ему нужно поступить вот это, ему нужно оплатить вот это. Учебу, потому что кому оплачивали учебу? Мне не оплачивали. У меня была такая ситуация, что я оплатила свою учебу сама и помогала своим родителям еще финансово. Это моя история. Почему я своего ребенка хочу загнать в состояние, что я ему сейчас вот это оплачу, вот он у меня пойдет туда учиться, туда учиться, туда учиться. Чтобы что? Чтобы обесценить все, что он это сделал, я растягиваю состояние обесценивания его еще больше. То есть так он может обесценить, вот я не смогла его, он не смог поступить туда-то, он не смог купить вот это. Он не смог купить вот это. Я не смогла ему позволить купить, не смогла вложиться в это. Ну, не купила. Вот у него у друзей есть это, а у него нет.
этап, период. И дальше он начинает двигаться сам. Если нет, то что? Я не смогла ему дать вот это. Не смогла дать вот это. И он начинает, вот это вот я должен сам, вот это я должен пойти сюда, это я должен вот это. Когда мы даем ему что-то, образование, сейчас же как говорится, родители должны дать образование для того-то, для того-то. Правда? Чтобы что? Чтобы он дальше понимал, что ему будут помогать на базе, или чтобы понимать, что ты такой хороший, что ты смог дать образование. Тебе никто не смог дать образование, а ты смог. Ты хочешь быть для себя хорошим. Не для ребенка, для себя. Когда мы научимся признаваться себе, что очень многие вещи мы делаем не для кого-то, а для себя. Для себя быть хорошим. Для себя быть значимым. Я смог это сделать, я смогла. Я вот это делаю, я вот то. А я вот еще, у меня, знаете, была раньше такая фраза, когда мне говорили там про моих детей, а папа? Я говорю, о, я такой папа, что даже папа папой позавидует, какой я папа для своих детей. Чтобы что? Чтобы удовлетвориться в каких-то определенных качествах самого себя? Это же было состояние не для детей, а для меня. Насколько мы готовы познать, что ничего не существует в этом мире, кроме самих себя, ни учебы, ни пафоса, ни реализации, ничего. Существует только познание себя через свой аватар. Как мы можем разрешить своим детям познавать себя через себя? Через свой аватар, через свои чувствования, через свои ощущения. Можем мы это сделать? Как? Не через признание себя. Через отдавание себя. Только отдавая себя, мы можем наполняться. Только когда мы себя раздаем максимум, обнуляясь, мы можем поймать что-то новое. Как мы можем это позволить детям? Ведь очень часто мы говорим, что вот этот должен, вот этот должен, вот это вот бери, вот это хватай, вот это вот еще что-то. Как часто мы говорим своим детям: отдай. Расскажи, поделись. Вот последнее время я вижу это очень редко. Да что она там говорит? Не вижу. Всегда только там, ну, отвоюй свою игрушку.
докажи, что ты там что-то выполнил, докажи там вот это, докажи там вот это. Через доказательства. А где любовь? А потом мы хотим почувствовать любовь, поделиться любовью. И потом мне говорят, а как мне быть, как мне сделать так, что я хочу делиться любовью? Я хочу распространять любовь, я хочу там помогать кому-то. Ты это умеешь? Ты это знаешь? У нас даже доходит до элементарного, что мне пишут люди, как я приеду к вам навстречу. Я говорю, хорошо, но мне нужно знать, сколько человек приедет. Какой зал, оплачивать, не оплачивать зал. Если у меня приедет один человек вот в этот день, я просто отменю эту встречу, потому что я элементарно не смогу ее проплатить. Что нужно? Вот вы приедете, чтобы что? Вы, если приедете, дайте какое-то знание. Он говорит, не, пока дать я, конечно, не могу, но вот, вот это. Или я приеду, если вы мне поможете вот в этом. Но ведь так не работает. Вы столько лет готовы страдать? Вы столько лет готовы идти в никуда, мимо себя, оправдывая себя чем-то? А когда вам говорят, что вы готовы через боль, вы говорите, готовы. И когда вам говорят какую-то боль в вас, вы говорите, о, не-не-не, это не мое, это я вообще сюда не пойду, это вообще, нет, это не про это. Вы не готовы идти к себе, вы не готовы идти к счастью. О каком счастье вы говорите, о каком восприятии и о какой любви к детям вы готовы говорить? Как вы можете говорить о любви к детям, если вы не готовы любить себя? Если вы не готовы раскрыться себе? Что вы можете показать любому другому? У вас есть все шансы? Вот мне бы сказали там, ну вот у тебя есть вот тот и тот. Ведь... Если мы идем за деньгами, деньги – это энергия, это ресурс, который отваливается в определенный момент. Но когда вы осознаетесь, не бывает такого, чтобы деньги шли, вы осознаны, а деньги отдельно. Они будут идти ровно тем моментом, которым вы будете задаваться. Они будут идти с вами в унисон. И когда вы говорите, а ко мне придут деньги, придут только тогда, когда вы будете понимать, для чего они вам нужны. Когда вам говорят, ребят, ну давайте встретимся, давайте поговорим, давайте разберем ваши вопросы. А вы говорите, ой, нет, у меня там вот работа, и у меня эта работа, которая мне даст, если в общей сложности там 500 рублей в день. Я буду на ней 5000 рублей в день. А осознание тебе даст твой потенциал жизни. Это все деньги мира. Как ты можешь это вообще не принимать? Как ты можешь это вообще убирать из своей жизни? Как ты можешь не понимать, что такое твое осознание через что-либо? Почему ты от этого уходишь? Это же твое состояние, твое непринятие самого себя. Это твой выбор. Всегда только твой выбор. То, как ты сейчас живешь, это твой выбор. И не потому, что это выбор какой-то там, а потому, что ты не принимаешь другого выбора. Другой выбор для тебя сложнее, он неудобный для тебя.
Готов ты идти в неудобное? Иди. Не готов? Не иди. Ты можешь осуждать все, что угодно. Говорить все, что там... Вот это неправильно, это не то, это вот говорится какая-то чушь, это еще что-то, это еще что-то. Неважно. Ты можешь говорить все, что угодно, но ты посмотри, где ты сейчас стоишь, где ты сейчас находишься. Тебя устраивает то, где ты сейчас. Если не устраивает, меняй. Просто берешь и меняешь, берешь и прекращаешь себе врать. Врать в любых моментах. Все, что ты не делаешь сейчас, ты в этом моменте находишься только лишь потому, что ты врешь себе. Ты оправдываешь себя, говоря то-то или то-то. Оправдывая себя. Ой, это не так, это вранье. Ты там только потому, что ты себе врешь. Перестань врать. Раскрывайся, иди к себе. И это будет другой твой результат. Ребят, я вас всех благодарю за то, что были со мной. И если нет вопросов, то я тогда буду закругляться. Благодарю.